Друзья, всем привет! Нет у меня времени, к сожалению, ничего снимать, ни возможности, стройка. Хочется успеть до холодов закрыть помещение крыши. Но, тем не менее, благодаря компании у нас в Украине «Спектр», по пятницам у меня, когда у меня будет время, есть возможность и место на бульваре Перова, чтобы приезжать и тестировать материалы. Заниматься какими-то своими делами, тестировать материалы, что-то тут проводить. Можно даже собирать группы людей, с ними общаться здесь. То есть, кому интересно, по пятницам только надо заранее общаться, потому что у нас тут выезды в октябре намечаются недельные. Это будет у всех на каналах. Будет интересно. То есть, по пятницам, скорее всего, каждую пятницу я буду здесь что-то делать, что-то снимать, что-то тестировать. Хотелось бы вот о чем поговорить. Много звучит вопросов о том, какими материалами посоветуешь воспользоваться. Ребят, у нас страна огромная, я сейчас не беру Украину, а русскоязычное население. И я не знаю, что в ваших регионах у вас есть на рынках, что там продается, какими материалами лучше пользоваться. Вы мне иногда такие материалы пишете, названия, я таких не то что не видел, я таких даже не слышал. Поэтому что-либо о нем сказать, ну уж сами понимаете, я не могу. Из того, что я бы хотел порекомендовать, посоветовать, как лучше быть и как быть уверенным в том, что вы делаете качественно свою работу, качественным материалом, это пользоваться материалом максимально одной линейки. Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что на рынке не все это есть. Но это в ваших, скажем так, обязанностях долбить ваших продавцов, чтобы они привозили по возможности максимально все одной линейки. Все, я имею в виду химию. Шпатлевки, отвердители, разбавители, грунты, краски, лаки, активаторы, кислоты. И вот это вот все одной фирмы, включая даже обезжириватели. Тогда, пользуясь этим, вы сможете хотя бы что-то понимать о том, где вы накосячили, где вы что-то не так применили, где вы того или другого добавили больше или меньше, потому что у вас будет техничка вся от одной компании, у вас будет материал весь одной компании и химия, которая разрабатывалась этой же компанией для этих же материалов. Я сейчас не делаю акцент на какой-то конкретной компании. Допустим, у вас в России есть Боди. Пользуйтесь, ради бога, есть среди этой фирмы реально классные материалы. Я не говорю, что они все подряд классные, нет, ни в коем случае. Мне, допустим, кое-что из грунтов не понравилось, кое-что из лаков не понравилось, но в большей степени есть хорошие материалы. У нас в Украине, кстати, и в России, спасибо огромное Александру за то, что он год назад подсадил меня попробовать Лехлер. Так вот, у нас в Украине появился представитель этого материала. В России он есть и работает стабильно. Так вот, у этой компании есть все. Начиная от шпатлевок, заканчивая всеми разбавителями, бежирками, лаками, базами, водными базами и так далее. Поэтому я, допустим, дай бог, чтобы у нас все было нормально в Украине, и Лехлер никуда не исчез через полгода с нашего рынка, я буду пользоваться Лехлером. Потому что на нашем рынке есть абсолютно все по этому материалу. Сейчас я общался, не все лаки есть, которые я бы хотел, но я добью их. То есть один лак уже 920 мл уже идет к нам, реально классный лак, здесь мы его потестим, я его покажу людям, и реально он пойдет. Сейчас у нас идет 2000 хорошо от этой фирмы, пойдет и 920, потому что материал хороший. Так вот, к чему это все? У вас есть на рынке представлена, допустим, Дайна, целиком вся, пользуйтесь ей. Пользуйтесь ей, продавец будет видеть, что на этот материал идет спрос, и он будет больше этому уделять внимание. Он будет заказывать для вас все обезжирки, все растворители, чтобы они были в наличии, потому что вы их берете. А пока вы ходите и молча киваете гривы, ну окей, это мы возьмем от Вики, это мы возьмем от Реафлекса, это мы возьмем от Шпицхекера, а потом вот эту вот сборную солянку намешали, не пойми с чем. И честно, меня уже вот тут сидят. Мало того, что ваши сообщения, их хоть как-то можно не прочитать, но есть те люди, с которыми я общаюсь лично по телефону, лично кое-где встречаемся, и, ну, честно, надоели уже эти вопросы. Блин, а что делать? Я купил, как ты посоветовал, грунт Лехлер, а разбавил его R12. И он у меня почему-то забивает наждак, когда я его тру. У меня этот грунт почему-то в Германии и в России мы когда тестировали его, сох нормально и терся нормально.
А у человека от R12, видите ли, он не подсыхает до конца. Ну, на другом же грунту у меня все было нормально. То есть вот эти вот вопросы, они настолько банальные и абсурдные. Ну, с ними стыкаются реально процентов, наверное, 80 всех сообщений, которые мне приходят. То есть это простейшие, глупейшие ошибки. Не тем разбавил, перелил или не долил слой, не высушил. Да и все, по сути. То есть проблем-то основных по химии и по длительности сушки. То есть условиях, в которых мы работаем. Во всем остальном это только, скажем так, опыт. Опыт, опыт и еще раз опыт. Но по поводу опыт, тем, кто есть желание, давайте в Киеве по пятницам встречаться, заранее списываться, там как-то созваниваться, потому что, ну, не каждую пятницу, честно скажу, я смогу быть здесь. Надеюсь, что у нас тут все получится, помещение надо еще чуть подутеплить, потому что оно холодное, не обогретое. Ну, я думаю, у нас получится очень удобное место, на Перово реально удобно всем, кто живет с каких-либо краев Киева, мне далековато, но тем не менее, я сюда буду приезжать. Пока что для меня это единственное место, где я могу что-то попробовать. Да, и кстати, кроме меня, еще здесь будет наш техник Лехлер, который находится в Киеве. Даже если, может быть, меня не будет, мы с ним договоримся так, чтобы он здесь был по пятницам. И занимайтесь вместе, приезжайте, тестируйте. Я пообщаюсь с руководством компании, чтобы можно было, может быть, какие-то акции проводить, что-то там разыгрывать, дарить. То есть людей надо заинтересовывать. Просто от того, что они появились. Да, они сейчас работают глобально со своими старыми клиентами, это дилеры, это крупные станции техобслуживания, но мне, как частному лицу, мне интересно, чтобы мы, обычные гаражники, имели доступ к этому материалу по нормальной цене и хорошего качества. Вот это моя задача будет, добиться того, чтобы мы имели такие возможности, чтобы нас нигде ни в чем не ущемляли или не прищемляли, чтобы давали возможность нам тестировать, пробовать, интересоваться, что-то заказывать под себя и так далее. На этом пока что у меня все. Не знаю, может, сегодня что-то попробую, еще будет отдельное видео подзаписано, но если есть какие-то вопросы, задавайте их. У меня будет возможность свои экспериментики кое-какие поделать с разными материалами. Это я тоже буду показывать. Кстати, кроме Леклера, у нас в Украине представлен еще ADUPP. Это только для Украины созданная торговая марка. Вот ее тоже будем тестировать. Она у нас тоже вся представлена на рынке. И некоторые из моих подписчиков уже мне скидывали отзывы, по крайней мере, о некоторых материалах этой фирмы. И ребята довольны. Я еще плотно не попробовал ничего, кроме шпатлевок у этой фирмы. Поэтому пока что сказать не могу ничего. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока.